Офисные Full HD мониторы от Samsung с диагональю 24 дюйма, встроенным USB-хабом и альбомной ориентацией. В этом видео мы познакомимся с монитором Samsung F24T450FZU. Распаковку начнем с комплектации. Монитор поставляется в типичной картонной упаковке, внутри которой найдем кабель питания, видеокабель HDMI и документацию. Посмотрим на монитор поближе. Он имеет достаточно массивные размеры из-за крупной подставки. Внешние габариты с учетом подставки составляют 54 на 37 на 22 сантиметра. Вес самого монитора 2,5 килограмма, вес подставки 1,5 килограмма. Крупные размеры подставки обусловлены тем, что помимо привычной регулировки угла наклона в диапазоне от минус 3 до плюс 25 градусов, пользователю также предоставляется возможность регулировки монитора по высоте в диапазоне 130 мм. Также имеется возможность поворота экрана для перевода изображения в альбомную ориентацию. На задней панели под правую руку расположился джойстик для перехода в меню, а также набор портов и разъемов. Сверху – аудиовыход для подключения наушников и два USB-порта. Снизу – входы DisplayPort и два HDMI, а также вход USB для задействования встроенного хаба. Наконец, поговорим об изображении. В данной модели использована IPS-матрица с разрешением Full HD и диагональю 24 дюйма. Яркость подсветки составляет 250 кандел на метр квадратный, статическая контрастность 1000 к 1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 миллисекунд. Углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Плюс есть поддержка технологий AMD FreeSync и защита зрения от синего излучения.